Родион Амиров 27-й и Арсений Грицюк, еще один омский ястреб под 81-м номером, который тоже в этом году такую широкую игровую практику. Гол! Гол! Родион Амиров открывает счет. И если кто-то недооценивал эту российскую молодежь, то, пожалуйста, финны первые падают жертвой этой гипотетической недооценки. И совершенно верно. Молодой, техничный нападающий, выбранный тоже, кстати, в первом раунде драфта. Торонто очень высоко показал, почему. И ты знаешь, я видел его, он, несмотря на возраст, да, так вот говорят, там, молодой, 19 лет, а он такой, как бы, сбитый уже хорошо, плотненько, в некоторой степени комплекции, может, чуть повыше, напомнил мне Кирилл Капризов. Я когда Кирилл Капризов первый раз увидел под трибуной помещения, думаю, ёлка-палка, он как... Кто этот атлет?